Молдавские фермеры вновь угрожают протестами и перекрытием основных автомагистралей республики. Причиной для недовольства аграриев стал один из пунктов бюджетно-налоговой политики Молдовы на 2016 год, а именно увеличение земельного налога на 15%. Парламент Молдовы уже принял документ в первом чтении. Если народные избранники и во второй раз одобрят политику налогообложения на текущий год, то аграрии грозятся вывести сельхозтехнику на дорогу и на некоторое время заблокировать национальные трассы республики. Пока неизвестно, когда заблокируют автомагистрали страны, но аграрии полны решимости. Просто немыслимо абсолютно увеличивать налоговое бремя в условиях, когда в 2015 году был глубокий кризис с резким подорожанием ресурсов, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции, удвоением процентной ставки по кредитам, массовой невыплатой субсидий, неутверждением ряда законов из пакета сельского хозяйства, чрезмерной засухи для сельскохозяйственных культур из второй группы и стремительным падением цен на большинство сельскохозяйственных продуктов в период январь-март 2016 года, подчеркивают фермеры.